Итак, начинаем трансляцию по пересадке растений. Что у нас есть в наличии? Вот это вот моя рассада. Это должен быть итальянский огородик пряных трав. Сегодня купила гвоздички и купила бегонии. Сейчас покажу. Еще у меня есть шламутис, называется по-литовски. Это каскадная дихондра. Эта дихондра у меня с прошлого года, она вот в таком вот состоянии была дома, я ее поливала, и она оказывается живая, потому что она здесь дала где-то какой-то побег, я тут видела, прям такой живой. Ну вот здесь, если смотреть, то как бы не могу понять. В общем, я ее посажу, буду поливать, и вот я думаю, вот эти росточки, вот они новые. И она выпустит. Еще купила в Томас Филлипсе вот такие ящички, горшочки для посадки. Я их сейчас соберу. Они здесь должны быть с такой системой. Будет определять как бы система полива. Сейчас мы их откроем. Даже сама не знаю, что это. Но я так поняла, что здесь будет, значит, ага, да. Ой, липучка прилипла к пальцам. Вот, смотрите, какая тут система ниппель. Что-то даже непонятно. А, наверное, но не понимаю еще. Сейчас посмотрим. Здесь еще вот какие-то приспособления. Типа поливаешь. Как это вообще все работает? Для чего я это купила? Типа поливаешь, наставляешь. Смарт-система какая-то. Умная система полива. А, это, наверное, капельный полив. Ну, сейчас я, короче, разберусь и расскажу вам. В общем, ничего я не сделаю, потому что надо, как я понимаю, еще купить керамзит. Первый слой керамзита будет. И наверх субстрат. И потом уже в этот субстрат садишь. То есть керамзита у меня нет, я что-то не посмотрела даже. В общем, сейчас покажу, как это примерно собирается. И на выходных я посажу. Все равно поставлю в горшочках, и пускай привыкают как бы растения к окружающей среде, к воздуху. В общем, схема такая. Сам ящик. Ставим такую подставку. Как я понимаю, вот здесь есть описание. То, что вот надо насыпать сначала слой керамзита и потом вот слой субстрата и туда садить растения. И получается так, что у нас есть вот такой вот поплавок. То есть его можно здесь специальные дырки. Либо вот так это он может вставляться, либо сбоку. Так, и здесь выставляешь... Когда заливал последний раз воду, я так понимаю. Но еще в этом не разобралась. Вот. И поплавок заполняешь сюда жидкость, воду сюда заливаешь. И получается, видишь, насколько почва увлажнена. То есть будет показывать больше-меньше. Вот еще на картинке тут еще что-то такое было. Вот. Макс, half, min. То есть максимальная, половина, минимальная. Судя по поплавку. В общем. А, и написано, что первые 4-6 недель воду надо заливать только до половины. Это способствует образованию корневой системы. Ну вот, в общем, так.
В общем, как всегда, не разобралась и получилось так, что чего-то да не хватает. Прическа а-ля Адольф. Так что посмотрим, съездим на базар в выходные, через пару дней. Куплю я, в общем, этот субстрат. Ой, не субстрат, а как он называется, это керамзит. Камушки эти, они мне где-то были вообще-то. Но непонятно. В принципе, может, можно такие, как какую-то гальку положить. В принципе, у меня, наверное, такие маленькие камушки где-то есть. Надо посмотреть. Да и в любом случае можно купить этот керамзит. Может, пригодится когда-нибудь. Вот. Так что пока так. Вот, и получится так. Здесь будет гвоздичка. Она тут такая, ну, красивый такой цвет, розовенькая. Бордовая даже. Значит, дихондра будет вот это свисать. Бегония и гвоздичка. А здесь, кстати, вот... А, она такая розовенькая. Ну, такая хорошенькая. А здесь наоборот. Будет бегония, гвоздика, бегония. Ну, как-то так. Или в одном ящике будут гвоздики, в другом бегония. Я еще не решила. Ну, так, в принципе, хорошие горшочки. А, да. Покупала их в Максиме по евро 39. Сейчас на них акция. Они по 3 евро стоили штука. Сейчас по евро 39. Такие уж очень захудаленько выглядят гвоздички. В принципе, очень много завязей, головок. Посмотрим, как они будут. Бегония, так она вот это непонятно какого цвета, беленькая или красная будет. Это красная, там тоже красная. Ну вот, как-то так. Все, когда зацветет, будет очень красиво. Вообще, яблони, да, в цвету у нас. Здорово так. Все прям цветет. Запах такой. Ну что, купила я наконец-то керамзит. Пересадила цветы. Пришлось делать в горшке дырку, потому что некуда было стекать в воде. Ну, там прям огромная какая-то дырка получилась. Вернее, я ее чуть выломала. Вот так вот выглядит печально мой сад с прованскими травами. Ну, ничего. Потеплеет, а то у нас такое лето. Вернее, весна, дождь постоянный. Так что вот так вот выглядит балкончик французский. Пока так. А вот и я. Получается так, что сейчас будем красить двери. Муж снял. Сейчас мы их покрасим. Дадим высохнуть. Вот у нас уже декоративной штукатурки не осталось. Пришлось редбаном замазать. Нет, шпаклевкой. Она побелеет, но хотя бы не будет так заметно. Спички это для того, чтобы не потерять места, где должна крепиться дверь. Вот так это пока что выглядит. Погода сегодня ужасная. Ну, как бы, как у природы нет плохой погоды. Займемся тогда делами насущными. Постираем, уберем. Были на базаре сегодня. Купили клубничку. Сейчас покажу.
Вот такая вот клубничка. Это Греция. 3,70. Это на Калварийском базаре. Хотя можно было купить и за 3,50 продавали. Я ее еще не пробовала. Но запах... Запах клубники. В Лидле купили нашу обожаемую голубику. Получается, за килограмм 5,78. В Польше мы когда были, мы покупали по 4,30. Но там была акция. 50% скидка. Подготовила бокальчик. Буду пить, как всегда, свою Cola Zero. Идет, что у нас, второй месяц физикла. Результаты меня радуют очень даже. Получается, что в талии я потеряла 10 сантиметров. Это еще не полных 2 месяца у нас дефицит. Причем, что одна неделя была такая пробная. То есть мы просто ели и записывали то, что мы едим. В бедрах у меня ушло 5 сантиметров и по весу 6 килограмм. Да. 7. Да. Сейчас на этой неделе, вот сейчас 7-я неделя идет. Через пару дней будет начало 8-й. Получается, что у нас планка по калориям выставлена, то есть это дефицит. Планка по белку, планка по молочным продуктам. Это значит, что мы должны набирать минимально 800 грамм кальция из еды. Плюс у нас сейчас в неделю, значит, мы должны есть, ну, минимально, да, это планка, 4 яйца, 4 желтка встроить в свой рацион, плюс 3 порции красного мяса. Как известно, порция — это 25 грамм белка минимально, не 25 грамм мяса, но 25 грамм белка. Плюс порция печени. Любой. И все пока что. А, и растительность, да. Растительность минимум 600 грамм. Максимум, ну, как бы не максимум, а желательно 800 нам набирает, женщинам. Стараться. И авокадо. 60 грамм авокадо в день. Пока так. Как там будет дальше, посмотрим. Какие-то еще появятся планки, наверное, по омеге, омега-3. Блин, смотрю сейчас в окно, просто идет дождина. У нас сегодня весь день вот так, светит солнце. Ты пока чуть-чуть поделал, затягивает, идет дождь. Дождь идет час, опять проясняется, опять идет, опять солнце, там каких минут 10-15, опять ты что-то там поделал, опять затягивает, идет дождь. Даже сегодня град был. Жесть, короче, погода. Ну, надеемся, что будет получше. Планируем вот поехать к морю в следующем месяце. Надо вот будет, ну, как всегда, надо заранее заказывать номера, ну, как отель. Но море, я имею в виду Балтийскому. Ну, попробую сегодня заказать, расскажу как. Позвоню, спрошу, может, у них есть свободные места. Вот хотим рвануть с родителями. Это уже так, как сложилась у нас такая традиция. Каждый год с ними, и вот ездим уже какой там третий год подряд, едем на Балтийское море. До этого как бы на Балтике я вообще не была. Не помню, лет, наверное, 15 назад. В детстве, да, своем. Да, 15 лет назад в детстве. Может, и все 30 лет назад, наверное, то я тут так. 15. Девочка такая молодая. Детство у меня недавно было. Вот.
Ну, пока так. Посмотрим. Может, сегодня, если высохнут двери, удастся, поставим двери. Планов море. Виталь сделал еще ручки деревянные. Со стороны ванны будут, то, что со стороны коридора я вам уже показывала. Это будут такие металлические, темные, черные ручки. А со стороны ванны, возможно, это будет деревянные, но, может, мы их обсмолим, тоже покроем лаком. Ну, мы еще не знаем. В общем, я планировала вообще со стороны ванны сделать, покрасить в темный цвет, то есть как бы было, но уже мы неделю с этими дверьми живем непокрашенными. Я так думаю, как-то вроде бы выглядит нормально, как-то я уже привыкла, как-то светло. Возможно, и не будем красить. Ну, в общем, поставим, будет видно.